Инцидент с учениками и их родителями в одной из столичных школ. Накануне пресс-центр МВД опубликовал информацию о конфликте между одноклассниками. В этом эпизоде участвовала и мать одного из них. Родители школьников написали заявление в милицию. Сейчас во всем разбирается комиссия по делам несовершеннолетних. Подробности далее. Тирасполь, Балка, 5-я школа. Именно здесь накануне произошел инцидент с мамой 13-летнего школьника и его обидчиками. По информации МВД, все началось с косичек. Школьница на перемене заплетала их своему другу. Он был не против. Двое одноклассников решили над этим посмеяться. Пытались снимать на телефон. Дошло до драки. Всех отправили к завучу. Но туда дойти школьники не успели. В коридоре встретили мать подростка, которого обижали. Между ней и обидчиками ее сына что-то произошло. После в милицию обратились родители обидчиков с заявлениями, мол, их сыновей избили и оскорбили. Сегодня в школе все было спокойно. Вот что сказала нам по телефону директор. Действительно, в школе произошел такой инцидент. Мы воздержимся от комментариев, так как сейчас мы изучаем все моменты произошедшего. Почему так произошло? Это все-таки школа, и мы здесь должны все моменты, все вопросы, все, что нужно разузнать для начала, как, что, кто. Все дети приходят на занятия, занимаются, учатся. Во всем разбирается и комиссия по делам несовершеннолетних. Сейчас собирают всю информацию. Всех участников и свидетелей конфликта опрашивают, как в случае подобного конфликта должны действовать дети и родители. Вот что говорят специалисты. Подростку в первую очередь необходимо обратиться в учебное заведение к классному руководителю, заместителю по воспитательной работе, либо к директору учебного заведения. Сотрудники милиции незамедлительно должны отреагировать, когда в учебном заведении нарушен, допустим, грубо общественный порядок, присутствует нецензурная брань, физическая боль, с применением физической боли. Сотрудники милиции должны среагировать и собрать соответствующий материал. После проверки в школе комиссия вынесет решение. Это займет несколько дней.